исключительно ослепление. Откликается мусор мозга на перекрестке в пределах полуденной ссадины слева. Плавая в произволе, слюной разбавляя, сустав «ноль ты, идиот». Свитер перелицован, перипетия сюжета о пешеходе, лезвие в складках аттракциона метро. Две идеи пропали, гибельных. В ожидании вывиха гильза из глотки извлечена. Я так не думаю потерять равновесие, вплетшись в события смеха напротив разбитого зеркала. Анестезирован. Сбросил вес слов, запомнив практически все. Звук вплетается в замирающий знак ночи. Под тяжелыми соснами, тающими кораблями. Закипает наледь, заглядывают в окна утомленные квартиранты над чистой планетой, проносящиеся в рассветном копошении эпителия. Расскажи, как тебя выебали в этом переулке, милые мальчики, среди разрывающей легкие весенней пыльцы, пока день переваливался через горизонт, отяжелевшим цветением разбухал, оседая на низкие горы и выплескивался на берег, где в тумане и темноте приморской цветы и звери собирались в новый поход. Волна трижды шила скалу, где мы трахались ни о чем. Ждет в рекреации неофита пати на смерть. Далее мы путем лиги не пойдем. М разгрыз флешку L. Коктейзель в основе молока. Удивительно остро. Сжимает фрагменты ночные язычец в шоссе, пока я пишу этот текст. Вызванный в парк, в отчетливом ритме, раскачивающий бедную, полы одежды. Те же привычки после 20 или более лет. Припоминает колебания воздуха, запотевшие окна транспорта, когда они ехали с ней куда-то. Дорожная колея растворялась в почти сожженном поле и подташнивала, хотя, может быть, в тот раз он уже был один, не в силе преодолеть накатывающее отчуждение или спазм. Все равно духота, все равно это отвращение. Остановка среди заброшенных дачных участков с кучами щебня, осколками кирпича, и змеящейся пыльной травой. И так убивали его на этой траве между осколками кирпича, как потом выжигала траву до трухи и узорилась почва, и снова смотрел на желтевшую равнину, ощущал почти рассыпчатый воздух, за стеклами меланхолию отравленного горизонта. И в областных центрах среди невысоких строений искали его, выволакивали из кофейни, но, кажется, тогда удалось пройти переулками, и вот две таблетки антипаркинсонического средства с утра, несколько наименований на атропов, издавливающий виски горизонт, титанический огонь, восполосованный авиаторами атмосферы, продолжительный сон, еще более продолжительный сон и тот же вид на сдвигающиеся строения, растворенную почву и дымящиеся леса, от которых сдавливает диафрагму, и расходятся затененные фигуры по краям железнодорожных путей, пересекая границу в кладе ручной, в скомканных простынях, но вместе с ним, все увереннее двигаясь по восточной окраине, в то время как спит он по-прежнему, прислонившись к горизонту среди дымных растений или в плацкарте, приоткрывая глаза на каждой станции, когда снова нечем дышать. Взгляд останавливается на монументах, скрытых между деревьев постройках, раскалывается сок и продолжается снова на укрытом листвой бульваре, пока движется воздух над стертыми одеждами и беспомощной географией. Только к вечеру они расходятся по домам. К вечеру можно двигаться парками, где окрашивает трава сочленение брусчатки, на которой лежит, пока длится сон. Только лежит.
Убываю с вокзала, мне на одежду плывущего, словно опытное ничто. Мне не нужна ваша помощь, нет-нет, скорее наоборот. Сейчас унесут этот мир. Состав по мосту переедет в знаменитое место исчезновения. Здесь, без свободных частиц я, не я, на тонких резервах тянется восприятие и мечтает исчезнуть. Сгореть, наконец. Пассажир номер 10 в открытую воду на полном ходу. Минус 20 по вертикали. Сжимает, саднит, медлит, неметь. Насквозь продувает безальтернативную ночь. Кофе кипящего на сетчатку. Каким кругом кроветворения ты станешь завтра?